подарки, сделанные своими руками. Это круто. Этот чудный домик сделал мой дядя Владимир Порфирьевич. Чудный мастер. Еще в 80-е годы прошлого века. Сейчас дяде уже под 70, но он до сих пор креативит. У себя дома, да на даче. У этого домика есть чисто практическое такое применение. Это, собственно говоря, пепельница. И сам домик с сюрпризом. Это сигаретница. Заглянем, как же устроен, в общем-то, этот механизм в домике. Проходит время, но подарок — это всегда память. Вам спасибо, удачи, заглядывайте в блог Татьяны. Подарки своими руками — это всегда круто. И непременное требование нашего времени.